14 марта 1564 года, более 450 лет назад, первопечатник Иван Федоров выпустил в свет первую русскую печатную книгу «Апостол». И не случайно к этому числу приурочено празднование Дня православной книги, которое проводится в нашей стране уже в 9-й раз. Об этом событии наш репортаж из средней школы номер 16. Книга – это, пожалуй, одно из самых удивительных достижений нашей цивилизации. Она играет огромную роль в приобщении к культурным и духовным ценностям. Она незаменима для учебы и вдумчивого досуга, для развития личности. Особенно важна книга для нашего юношества. В 16-й средней школе празднование Дня православной книги уже стало доброй традицией. Учащиеся, активно участвуя в этом замечательном празднике, пропагандируют все разумное, доброе и вечное, что дает нам хорошая книга. В этот день для ребят было важно услышать слово православного священника, посвященное празднику. И чтобы больше становиться успешным человеком, чтобы больше делать новых открытий, мы должны знать свою историю, должны знать то, что уже давно придумали. Когда мы будем знать, что уже придумали, мы будем больше придумать сами, будем делать новые открытия. Поэтому я вам желаю всех помощи Божьей. Праздник еще раз напомнил учащимся, что настоящая книга поможет лучше узнать историю России, почувствовать сопричастность к ее великим свершениям. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».